Привет, с вами Поли. Сегодня я вам расскажу опять статистику посетителей на фотостоках в прошлом месяце. Я уверена, что для многих стокеров эта информация будет полезна. Я сама люблю смотреть разную аналитику и решила с вами тоже ею делиться. Сегодня мы поговорим о таких фотостоках, как Adobe, Colorbox и Alami. Это известные всем фотостоки, и как минимум на Adobe, я думаю, многие из вас работают. На Adobe стоке был рост посещаемости в сумме 27 миллионов 801 тысяча. Из них США 14,44%, Россия 6,6%, Бразилия 5,86%, Индия 4,54%, Германия 3,73%. Что же было для сравнения в сентябре США 15,19 почти шесть процентов Россия, Бразилия 5,82 процента, Индия 4,35, Германия 3,55%. пять В принципе ситуация по странам такая же и радует то, что на адобстое рост посещаемости. На Colorbox также был небольшой рост посещаемости в сумме 672 тысячи. Из них 20,5% США, 10,28% Индия, Дания 3,85%, Канада 3,54%, Соединенное Королевство 3,4%. Для сравнения, что же было в сентябре. США 19,39%, Индия 10,52%, Дания 5,64, Норвегия 5,39 и Бразилия 3,47. То есть на Colorbox стройка лидеров, как мы видим, такая же, но вместо Норвегии Канада, а вместо Бразилии Соединенное Королевство. На Аламе также был рост посещаемости в сумме 13 миллионов 964 тысячи.

Индия 4,4 и Канада 3,79 процента. Хорошо, что на Аламе рост посещаемости. В общем-то, многие из этих стран, кроме Индии, на мой взгляд, могут быть странами, из которых в большей степени приходят покупатели. Так что я думаю, на Аламе дела идут хорошо. Благодарю всех за просмотр. С вами была Полли. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока.